До окончания избирательной кампании осталось совсем немного. Кандидаты проводят последние встречи, завершаются предвыборные мероприятия. Избирателям, конечно же, тоже непросто. За это время они окончательно должны определиться, за кого они будут голосовать. Или, если хотите, они должны решить, кому им необходимо поверить. Сегодня мы еще раз сравним видение кандидатами тех проблем, которые являются на сегодняшний день самыми важными. Ведь разобраться в этом до дня голосования, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. С удовольствием представляю вам моих сегодняшних гостей. Сегодня у меня в студии находятся, вот скажу так про вас, что вы политики и журналисты. Можно. Если нет никаких возражений. Да? Ну, нет? Здесь мы, короче, как граждане, наверное. Ну, думаю, что титр «гражданин» можно ставить под любым участником этой программы. Но я не настаиваю. Юрий Рожко, добрый вечер. И Андрей Попов. Добрый и вам вечер. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Вы знаете, Ассоциация социологов и демографов провела опрос. В этом опросе людей спрашивали, чего они ждут от нового президента, решения каких проблем. И вот какие результаты. На первом месте ожидания в экономике и социальной сфере. Это 37,2%. Вот вы выслушали на дебатах экономическое видение кандидатов в президенты, то, как они видят развитие экономической ситуации в стране. Вот кто вам показался убедительнее, кто вам показался подготовленнее для решения именно этих проблем? Господин Рожко. Ну, во-первых, я сожалею, что некоторые дебаты проходили больше в такой атмосфере перепалок. Может быть, лучше было бы, чтобы каждый из кандидатов и ведущие помогали кандидатам, высказывали действительно свое видение на принципиальные вопросы, которые волнуют общество. Но кто просматривал программы, платформы, может, конечно, сделать некоторые сравнения. К сожалению, на этот раз геополитический вектор сказывается в дискурсе кандидатов и сторонников. Мне очень импонирует принцип, который огласил Игорь Дадон об экономическом суверенитете. Я не слышал до сих пор у таких значимых ведущих политиков, партий, вот, приверженность этому принципу, потому что я тоже являюсь давним сторонником этого принципа экономического суверенитета, потому что мы крохотная экономика, и нам нужно обладать достаточными рычагами, чтобы защищать внутренний рынок и искать в то же время внешние рынки. Мне очень импонирует программа реиндустриализации страны. Да. Мне очень импонирует тот факт, что Дадон намерен открыть или вновь попытаться открыть российский и вообще восточный рынок для Республики Молдова, но в то же время подчеркивает и он, и его представители, что отношения с Евросоюзом должны развиваться по нарастающей, и никаких резких шагов в эту сторону не будет предпринято. Мне менее известна платформа «Майсану», потому что она и как человек меньше известный. Хотя основные фразы там сказаны, все, что нужно, повышение, улучшение, расширение, углубление. Но, видимо, в команде Дадона не только он экономист, но целая группа людей работала над этой платформой. Там видно и как. Мне это больше всего импонировало, хотя с точки зрения общих мест, общих элементов в платформе Майсанду все присутствует, но не всегда расшифровано. Может, это не нужно для широкого там широкой публики, но кто присматривается, замечает, что есть ответы на то, как решать эту проблему. Мне это понравилось, и я не заметил это у кандидата Майсанду. Поняла. Господин Попов, вам какая экономическая программа импонирует больше? У какого кандидата? Вы знаете, я не готов говорить об своих преференциях в экономической программе, но отвечу на ваш вопрос, не будучи экономистом. Я скажу, что я тоже проводил свои неформальные опросы, снимая свою программу еженедельную «Народная дипломатия». Каждую неделю выезжаю в село и за последние 4 месяца, наверное, переговорил 250-300 человек. И могу подтвердить, действительно, вот если собрать воедино, в одну фразу, что люди ждут от президента, они ждут, чтобы президент навел порядок, чтобы президент поднял зарплаты, пенсии, понизил тарифы, и чтобы он победил эту коррупцию, и чтобы он был честным. Вот это, я думаю, четыре положения. Экономическое состояние страны, деньги в бюджете напрямую зависят от победы над теми схемами, которые просто коррупционные схемы, которые высасывают из различных сфер экономики деньги. И у государства, у правительства просто меньше денег, чтобы направлять на социальные вопросы, на субсидии, на пенсии, на образование.
И вот я думаю, во втором туре были заметно определенные изменения в дискурсах обоих кандидатов. Я, честно говоря, рад, что они ушли от геополитического раскола и больше говорили, старались, по крайней мере, о внутренних проблемах. Так вот, для меня критерием выбора является не только честность кандидата и его искренняя способность и желание бороться с коррупцией, но и также его способность, и закончу фразу, да? Просто про коррупцию но, следующий но вопрос. Хорошо. Да? Но также поэтому его... я об экономике хотела. И также его способность стать объединительным фактором в стране. У нас очень расколотая страна. Я не готов сейчас сравнить экономические программы. Хочу сказать, что оба кандидата имеют серьезный экономический опыт за плечами. Майя Санду закончила экономический факультет и после университета лет 15, по-моему, или 10 работал в Министерстве экономики. У нее есть опыт работы в Мировом банке, но на руководящих постах в правительстве она не курировала экономический сектор. В отличие от нее, Игорь Дадон был год заместителем министра экономики в 2005-м. В 2006 по 2009 год был вице-премьер-министром, министром экономики. И в парламенте уже 7 лет он работает депутатом, членом экономической комиссии, комиссии по бюджету и финансам. То есть здесь багаж больше. Я соглашусь, что в команде у Игоря Дадона Зинаида Гречаной, бывший министр финансов, Владимир Головатюк, вот два, по крайней мере, в головном списке депутатов, два человека с экономическим образованием, финансовым и, соответственно, банковским. Есть реплики? Нет, я просто, если можно, дополнение к тому, что сказал мой коллега, и мы правильно сейчас, наверное, будем говорить о коррупции, я не буду цитировать массу авторов, которых я изучаю международного уровня, просто нужно понять, что ни борьба с коррупцией, или я скажу по-другому, коррупция, ее существование или отсутствие, снижение налогов, внешние инвестиции или внешнее кредитование из МВФ или Международного банка не решают проблемы наличие или отсутствие экономического роста или скачка. Иногда эти меры необходимы, в нашем случае абсолютно необходимо бороться с коррупцией, но нужно понимать, что дежурные фразы, я не имею в виду обязательно политиков, которые сейчас являются кандидатами, давайте снизим налоги, давайте будем брать кредиты, давайте приглашать внешних инвесторов, это не решает проблему просто, я хотел это подчеркнуть. Ну, а если можно, просто добавлю Юрию Ивановичу, я заметил, что у людей реально... завышенное ожидание президента. Ожидание людей не совпадает с реальными ограниченными полномочиями президента. И здесь, кто бы ни стал президентом, Игорь Дадон или Майя Санду, я думаю, общество ждет определенное разочарование. Чтобы избраться, кандидаты обещают многие, в том числе и на тех дебатах по экономической политике. Но страна в очень аховой ситуации, и здесь любому, наверное, больше шишек достанется правительству, которое сейчас заключило соглашение, меморандум с валютным фондом, но он полон условий. И внедрение в жизнь этих условий придет к болезненным реформам. Ну, мы уже сегодня поняли. Уже речь идет о пенсионном цензе и повышении тарифов как минимум. Хорошо. Граждане Молдовы считают, что будущий президент должен решить проблему коррупции. 22,5%. Вот оба говорили, что будут бороться с коррупцией, а главное с олигархами. Да, в этой кампании мы слышали. Со всеми, подчеркивают избиратели, абсолютно со всеми. Не выборочно. Да. Это правда. Кто из кандидатов для вас был убедительнее? Господин Попов. Ну, здесь просто методологическое уточнение. У нас в стране один человек, плутократ или олигарх, человек, который бизнес совпадает с властью. С контролем над властью. Конечно. Да. Причем власть, которая передана не в результате прямых выборов и народного легитимного мандата, а путем различных подковерных и закулисных махинаций, как это мы видим. То есть, откупа и шантажа, да, просто. То есть я считаю, корректно ли терминологию... Можно назвать этого человека? Владимир Георгиевич Плохотнюк. Да. Он же рулевой альянса. Даже не важно, как его зовут, важно, что он построил эту систему. Ой, так важно. Ну, так важно. Филату скучно в тюрьме. Хорошо. То есть есть много богатых людей. Ну, не настолько. Я думаю, все согласятся, что этот человек, Владимир Плохотнюк, самый богатый из... Но по степени контроля над рычагами власти, по той концентрации ресурсов финансовых, административных, политических и юридических, ну, ни братья, хотя, которые и не братья, вроде бы, ЦОПы, ни Шор, ни Платон, ни Усаты, тоже не бедный человек, ни Гимпу и ни Филат с ними, ну, с ними не сравнится. Поэтому здесь вопрос, чтобы
победить эту систему, опять же, я не борюсь, знаете, как в 17 году одни кричали «долой Николая II», а другие «долой самодержавие». Те, кто были против Николая II, часто думали его заменить на другого, Николая III или Александра IV. Нам нужно систему менять. Вот. Об этом, я перебью вас, об этом говорили кандидаты. Кто из вас, кто из них был убедительнее? Я прошу прощения, потому что мы сейчас обсуждаем кандидатов, их программы, Я думаю, вот кто был убедительнее? Я готов искренне поделиться своими наблюдениями. Я убежден, что Игорь Дадон на порядок лучше подготовлен для того, чтобы при определенных условиях с этой системой бороться. Почему? Он ее знает изнутри. Он Владимира Плохотнюка знает не первый год. Знает, я уверен, очень много с кем. В его команде Богдан Цирдя, я часто это упоминаю, написал монографию по схемам коррупции. Я ждал от кандидата Игоря Дадона более предметного, точечного, с цифрами, с именами, с схемами, разговора об этих схемах и о том, какой займется. Второе. У Дадона Игоря Николаевича есть фракция. Это важное подспорье и важный рупор. И третье, у него есть то, что нет у Майи Санду, у него есть два телевизионных канала, которые, в принципе, проводят дружественную политику. И есть поддержка Москвы. Вот если эти, сомкнуть эти, знаете, как созвездие этих факторов, знания изнутри системы и того, кто эту систему построил, как она работает, ключевых людей, ведь там не один Влад Плохотнюк, там есть десятки людей, которые выполняют разные функции. Майя Санду, она с Плохотнюком, я ей верю, ни разу не встречалась, не говорила, по крайней мере, чаю не пила. А вот у Игоря Дадона богатый опыт, и он знает такие вещи, которые Майе Санду даже не снилось. То есть при желании эту систему побороть, я думаю, у него больше возможностей. Вопрос в обществе, у кого есть заточенность на реальную, искреннюю борьбу с этой системой. И вот здесь вопрос, я думаю, в следующей части можно будет... А как говорить. Вы решаете для себя этот вопрос? Вы знаете, как я решаю? Я смотрю... Если можно, коротко, потому что уже ответ следующий. Устал стоять. Я говорю, что когда у человека есть потенциал, он не использует, это плохо. Я считаю, что на данном этапе я не вижу, искренне вижу, потому как ведет себя главный медийный инструмент Влада Плохотнюка, его медиахолдинг. Он из вечера в вечер, я готов за это ручаться, я сейчас ехал, слушал новости, смотрю внимательно новости, он так уж получается, что проводит политику, которая выгодно подыгрывает Игорю Дадону и мочит Майю Санду, дискредитируя ее всеми правдами и особенно неправдами. И это меня наводит на определенные сомнения в том, кого, даже не сомнения, насчет того, кого предпочитает Плохотнюк, у меня сомнений нету. Мне, я убежден, что его поведение показывает, что выбор сделан, это Игорь Дадон. Но я не уверен, что придя к власти, Игорь Дадон по Макиавелли не использует это в свою пользу. И на каком-то повороте уже новую власть, президентуру, парламентскую фракцию, телевидение, поддержку России не использует против Влада Плохотнюка. Я благодарю вас, Юрий Иванович. Я хотел дополнить то, что сказал Андрей. Ну, во-первых, у Игоря больше опыта, я согласен, что наличие фракции – это очень важная вещь. И если сравнить тех двух кандидатов, да, в чем преимущество Игоря, по-моему, хотя я совсем не знаком с Майей Санду. Вот знаете, я прерву, мне это удивительно, потому что Майя Санду сегодня подчеркнула, что самое главное в ее программе – борьба с коррупцией. Нет, ну это может быть самые добрые помыслы в этом смысле, не проблема. Просто как работает государственная машина, что такое правительство, парламент, президентура, как использовать максимально эффективно компетенции президента, это я услышал на протяжении всей кампании. То есть одни говорят, Майя и ее сторонники, мы будем бороться. Ну это хороший посыл. Игорь говорит как? То есть у меня есть право на законодательную инициативу, у меня есть право держать речи в парламенте хоть каждый день, я могу созывать высший совет безопасности страны, я могу приглашать себе силовиков и ставить проблемы насчет финансовой независимости, экономической независимости, насчет коррупционных схем и так далее. То есть с точки зрения опыта, конечно, у Игоря есть шансы. Я сделаю маленькое уточнение. Если у Дадона, возможно, и, наверное, это очевидно, есть определенная поддержка с Москвы, то у Майи Санду больше нет, из Вашингтона, потому что не Клинтон выиграла, а Трамп. И всем известно, что во всем регионе все ребята из сети влияния фонда Сороса сейчас в растерянности. И в Румынии, и в Республике Молдова, и в Болгарии, и в Сербии, и так далее. То есть, можно сказать, что Майя Санду осталась без политической крыши со стороны Вашингтона, и это очень хорошо для Республики Молдова.
Будет ремарка? На это ремарка? Ну, я... Нет, ну просто меня заинтересовало, почему до сих пор нет реакции Майи Санду. Скажу откровенно, я тут поинтересовалась, вчера написала, но я имею в виду на выигрыш Трампа. То есть, когда комментируют это уже столько политиков, столько как-то... А что может прокомментировать американский посол? Американский посол, я скажу вам, он выйдет и скажет, это был выбор американского народа. А Майя Санду даже как бы этого не сказала. Ну, знаете, я думаю, здесь вопрос и просто... Многие люди комментируют, но не всем гоже комментировать и обращаться с письмом. Я считаю, что когда ты глава государства, ну, у тебя есть основания писать письма, поздравлять. А когда ты кандидат, ну, нужно подождать, я думаю. Я никого не осуждаю, но я не... Можно другие слабые стороны Майи Санду... Я просто не о письме говорила, я уточню. Можно было просто свою позицию как-то обозначить, да? Хотя бы вот Майя Санду часто пишут в Фейсбуке, она вот прямые включения, да. Вот как-то было бы интересно, я объясню, почему есть интерес, Андрей. Людмила, можно я дополню, что сказал Андрей? Я соглашусь на этот раз с Андреем. Знаете почему? Вот сейчас в Румынии, в соседней стране, очень интересная ситуация. Оказалось так, что все ведущие политики очень поддерживали Хиллари Клинтон и очень плевались на Трампа. А теперь Трамп выиграл, и они не знают, что делать. Так что ведущие политики, и Майя, хотите, не хотите, она ведущий политик, должны очень осторожно себя вести с такими значимыми геополитическими величинами. Юрий, она уже ничем не рисковала, она должна была сказать по факту. Настаиваю, да, на этом моменте. А я вот другой ракурс скажу. Нет, секунду, меня перебил господин Рошин. Про Трампа можно? Нет, про Трампа? Я сейчас, и про Майю Санду? Я скажу сейчас обязательно и про Трампа, и про Майю Санду. Хорошо, я имею в виду, что вам предоставлю слово. Я хотела бы уточнить, почему есть интерес. Потому что связываю, знаете как, поддержку кандидатуры Санду с госпожой Нуланд. Да? Вот то, о чем начал говорить господин Рожко, для вас не должно быть это секретом. Вот говорили, что была встреча господина Плохотнюка с Нуланд, и там есть четкая договоренность по поводу того, что будет поддержана Майя Санду, и что американцы продавили значит, господина Настаса, чтобы он согласился, и, собственно говоря, Майя Санду стала единым кандидатом от оппозиции. Вот почему есть интерес. Я сознанием дела скажу в двух ипостасях. Первое. В мае месяце после возвращения Влада Плохотнюка из Вашингтона, исходя из своей информации с участниками этой встречи, а также с людьми, наделенными доступом к информации, я написал пост, и потом Богдан Цирдя его растиражил, что та улыбка на все не 30 сколько зубов, а на много зубов Виктории Сулан, такая шикарная Нулан. Голливудская... Ну, Виктория Нулан, да? Да. Она прошла того... что Влад Плохотнюк обещал ей, что пророссийский кандидат не станет президентом. Вот да, это от вас пошло. От меня пошло, да? Да. Но я никогда... Я убежден, что разговор не шел от поддержки Майи Санду. И вы знаете, Влад Плохотнюк ведь не факт... Вот, кстати, у меня тоже есть момент, у нас на прошлой передаче был о нем разговор. Я считаю, что он себе делает очень большую медвежью услугу такой двойственной, двуличной, ну, цинично это очевидно политика, когда с одной стороны говорит, я голосую за Майю Санду, и в родном селе набирается там 70%, и эта поддержка Майи Санду, мы за Майю Санду продолжается, вот это ты говоришь. А на самом деле все происходит со знаком наоборот. И я очень жалею, что Влад Плохотнюк упустил возможность просто сделать шаг назад и оставить свои каналы 2 недели просто честно, беспристрастно освещать кампанию и давать двум кандидатам. Теперь второе. Я Викторию Нуланд знаю. Я с ней общался не раз, вел переговоры. И в последний раз так получилось, звени, в ноябре прошлого года я с ней общался. И она была очень не хотела, чтобы Влад Плохотнюк вернулся в политику. Что-то перевернулось в их отношениях. Явно, что Влад Плохотнюк сейчас позиционирует себя как главный гарант прозападного курса. Так вот здесь я из моих домыслов и анализа, победа Игоря Дадона, более мощного политика, в чем-то может ему помочь представить ситуацию так, мол, смотрите, только я могу его остановить, этого российского кандидата. Я замечание сделал. Я убежден, что не было договоренности Плохотнюка и Нулан поддержать Майю Санду, но я вижу, что крыша протекает сейчас не столько у Майи Санду, а в первую очередь у Влада Плохотнюка, который сделал ставки, в том числе и денежные, $600 000 только официально, лоббистскую кампанию из окружения Хиллари Нулан. Сейчас это деньги в песок, потому что эффективно эта лоббистская кампания с президентом Трампом и с республиканским конгрессом работать уже не сможет. Вот уже второй раз подряд Андрей выражает полную уверенность в том, что Плохотнюк так поддерживает Игоря Дадона.
Я сразу понял. Да, пожалуйста. Вот, да. И я, честно говоря, хотела бы больше, наверное, для телезрителей сказать один момент, что всю эту кампанию, оба кандидата, я считаю, что с завидной регулярностью, даже не знаю, может быть, кто-то больше это делал, они обвиняли друг друга именно в этом. Да, вы говорили, а ты человек плохотнюка. Нет, все-таки ты человек плохотнюка. Сам дурак. Ну, да, я в этих ситуациях верю, знаете чему? Я верю цифрам, я верю экономике, я верю поступкам самих кандидатов. Вот смотрите, отношение к МВФ, к госпоже Санду. Она вначале пишет письмо, в котором просит денег не давать. Говорит, все равно украдут. И это понятная позиция. Она просила деньги потом, давать без условий. Да, конечно. А потом, когда, значит, дело ближе к выборам, мы таких вот уже просьб от нее не слышим. И умные люди написали так. Человек готовится идти к власти, у человека есть договоренность, человек собирается сотрудничать с этой властью, значит, этот человек, и есть человек власти. Такая теория тоже есть. Я вас перебила. Я уточню, что, вот, Людмила, вы сказали о том, что это человек власти. Да, скорее всего, это так, хотя я не могу быть уверенным в этом, но из тех двух кандидатов только Майя сказала, что она готова сотрудничать с нынешним режимом, с парламентом, с правительством, если они будут делать добрые дела. Ну, понятно. Вопрос еще, что такое добрые дела. Смотрите, да? это была короткая фраза, разные комитеты по-разному. Андрей, одну секундочку. Что касается фигуры Плохотнюка, кто же его человек? Я уверен, что Плохотнюк и в эту секунду ставит и на Россию, и на Америку, ставит и на Майю, и на Дадона, и против Майю, и против Дадона. Он такой игрок, у него не может быть лояльностей. Он по натуре сатанинская натура, понимаете? Он не может обещать. Сказали просто бы разводит. Разводит. Сатанинская терминология у вас, Илья Иванович. Сутократия, все равно, что мама накратия. Да. Разводить и сатанинская – это разные категории. Это мое убеждение. Я его хорошо знаю. Я просто знаю его жестику, голос, все, поведение. То есть ему нужно к батюшке слово сходить. Слово цензурное, поэтому здесь не цензурное. Цензурное. Это самое главное. Так что в этом смысле самое смешное, что все, наверное, присутствующие, те, кто нас смотрит, знают, что бедный Владимир Георгиевич Плохотнюк под двойным прицелом. Его не любят ни в Москве, ни в Вашингтоне. Так что вне зависимости от того, кто станет президентом, скорее всего, этого парня, в общем-то, не сочтены как рулевого правящего альянса и основного игрока в Республике Молдова. Все равно изменения произойдут, так или иначе, после выборов. Ну, я думаю, телезрители хорошо помнят. Есть в природе такой даже способ, когда ты уводишь удар, ложные выстрелы на себя берешь. Знаете, мама спасает гнездо, летит в другую сторону, в противоположную, уводя охотника. Мы помним июль 2009 года. Игорь Дадон и Мариан Луп. Или Мариан Луп, или Игорь Дадон, как угодно. И мы помним, как Мариан Лупу, который за кем уже был тогда Влад Плохотнюк, об этом мы, его коллеги партии, не знали, говорит Игорю Дадону, а вот как там насчет Игнатенко и Плохотнюка, схема. А это сделано, чтобы увести удар. Вопрос не в том, кто что говорит, а в том, какие действия. И я, Людмила, хочу уточнить, я никогда нигде не говорил и не писал, что Игорь Дадон кандидат Плохотнюка. Что он проект Плохотнюка. Нет, они друг друга в этом успешно обвинили. Я говорю лишь то, что я, анализируя факты и действия ресурсов Плохотнюка, я вижу, что есть интерес, почему-то подыгрывается Игорю Дадону. Но я не исключаю, что придя к власти, Игорь Дадон очень ушлый, опытный политик. Я не могу исключать. Да уж что вы, я когда прослушала запись в отношении денег, кто кому, кстати, подыгрывает, это когда господин Гроссу говорил с людьми господина Шора, то, знаете, тоже написали многие, что таким образом Плохотнюк помогает Майе Санду. Ну что вы, и потом это пиарят на своих жителей, но это так не работает. Но я говорю о другом. Насчет сотрудничества. Нет, ну деньги от Шора доказаны, да? Вы не станете спорить, что Шор с господином Плохотнюком сотрудничает, нет? Нет, подожди. Да? Причем тут, если, нет, ну вот, Людмила, вот у вас там курточка, я там положил 200 лей, и сейчас вызову полицию, да, и скажу, вот, я финансирую эту программу, отзовите уголовное дело. Ведь не важно, важно... Я обижусь, потому что мало 200. Я хотел сказать 200 долларов, но потом не знаю, можно... Сочтете. Согласен, но там бумаги и обоюдная договоренность, Андрей, уточнение. Там бумаги и обоюдная договоренность. Понимаете? Вы знаете, насчет нюанса. И записи. Насчет нюанса сотрудничества. И запись есть. Либо Гроссу засланный казачок, либо... Понимаете, это разные ситуации. Потому что если бы мы с вами договорились по поводу вот этих 200, я не знаю, чего вы там говорите, это одна ситуация. Там четкая договоренность, есть согласие господина Гроссу и человека Шора. Понимаем, да? И вот это как-то сложно пояснить. Нужно отметить для телезрителей, что Майя Санду в первом туре потратила раз
12 меньше денег, чем Игорь Дадон. Ну, просто опять же объясню. Мне кажется, Игорь Дадон более подготовленный, опытный политик. Майя Санду пуританка в этом плане. Она боится провокаций. Она новый подход заявила. Это очень опасно для политика. Поняла. Собирать деньги только из народа и не замораться как-то. Политика это такое... Ей нужны деньги, серьезное занятие. Ей нужны деньги. На ней работает вся сеть влияния НПО, части телевидений. Финансируемые фондом Сороса и другими финансовыми структурами Западной Европы и Соединенных Штатов. Зачем ей, когда целая армия ребят, которые получают деньги извне, пиарят эту девушку под видом независимых экспертов, аналитиков, телезвезд и так далее. А и вся сеть до каждого села. Я да? скажу, включительно, как это бывает. Включительно местные и региональные телевидения, которые все без исключения получают деньги с фонда Сороса и других контор Запада. Я вам скажу, как это бывает. Эту схему скрыли, когда покопались в документах во время правительства Юрия Лянка. Когда выяснилось, что... Нет, не финансировали, но просто его люди получали зарплату от фонда Четыре Сороса. Четыре человека получали серьезную зарплату. Абсолютно точно. Да. То есть у нас данных о том, что эта схема не работает точно так же, нет. Мы не можем обвинять. Это правда. Но мы знаем, как это может быть у нас Людмила, в стране. Вы знаете, чтобы привлечь людей на государственную работу, нужно платить. Что я вижу, Я не об этом, Андрей. Я понимаю, что нужно платить. Я соглашусь сразу. Я хочу, чтобы мы успели поговорить о следующем моменте. Президент как верховный главнокомандующий. Угу. Это уже функция президента. Здесь уже это не экономика вам. Как и дипломатия, как абсолютно внешняя политика. Точно, да. Вот кто в этой роли для вас выглядит убедительно. Это очень важная роль. Это человек, это у него право, знаете, последнего приказа мира или войны. Ну, кто для вас здесь выглядит убедительно? Ввиду возраста ни Майя Санду, ни Игорь Дадон в армии не служили. Минус, правда, Юрий? Вот. Бывший офицер. Вот не знаю, не бывший, кто бы отслужил в армии. Вот так вот, да. Ну, конечно же, у нас восприятие. В Германии есть женщина, сейчас не буду загружать имени, тем более, что сам вспомнить не могу. Зато честно. Урсула. Да. Урсула, ну Урсула-то помнит. Знаю тетку много лет, конечно. Вот такая, да. Но у немцев же все наоборот. У них у мужчин немецких на 40% тестостерон упал в последние 30 лет. Ну, это же известно. Юрий Иванович, о тестостероне в другой программе. Нет, это очень важно. Мужское начало – это тестостерон. Это очень важно, это правда. Если говорить откровенно. Ну, конечно, кто... У нас общество специфическое, патриархальное. И носителями этого менталитета. И слава Богу. И офицеры, солдаты. Я дипломатично промолчу. Конечно же, ближе мужчина. Вот если на эту тему. Да, так. Но для меня, я вижу опыта, когда и мужчина, и женщина одинаково хорошо справляются с некоторыми управленческими задачами. Да. Я не могу сказать, у меня нет такого опыта. Я думаю, я что знаю, что Дадон организованный человек. Вот, когда Юрий Иванович говорил про сеть, здесь много нюансов, не буду говорить. Но я что вижу, что Дадон к этой цели идет на пролом, работает с утра до ночи и в территории в уикенд уже... Ну, как минимум 5-6 лет, еще до кампании. А Майя Санду родилась как политик вот в этом году, несколько месяцев назад реально. И до лета она бы раздела больше интернет-пространства, чем села и поселки Республики Молдова. Не надо сейчас про это рассказывать. Я понимаю, что это очень важно. Давайте если про можно, главнокомандующего. Вернемся про Вот я добавлю. Давай, я не хочу прерывать. Нет, не то, что сейчас ваше право отвечает. Да. Да, спасибо большое. Ну, дело в том, что я не хочу, чтобы... Не буду на вас показывать, феминистки обижались, но... Я не феминистка, Юрий Иванович. Слава Богу. Вот. Есть определенные социальные роли, которые не взаимозаменяемы, в отличие от очень расхожего мнения. Я не считаю, что женщины должны быть футболистами, хоккеистами, боксерами, самбистами и главнокомандующими. Понимаете, есть мужские роли. Военный, но в данном случае не военный, а главнокомандующий военных, конечно, должен быть мужчина. Я вообще не считаю, вот эту дурацкую западную привычку нужно перенимать. Обязательно квота, сколько там министров женщин, сколько депутатов женщин. А президент женщина, это круто. Вот американцы, самая крутая западная нация, сказали, ребята, ну ты женщина, ты иди, пожалуйста, занимайся чем-то другим, потому что Трамп лучше тебя. Потому что она женщина, Трамп был лучше ее, правда? Вот. И вообще, я вам скажу, это забуду, если не скажу. Мне я уже сказал про это, что... Страшный сон молдавского патриота. Можно сказать, что это даже и обо мне. Ага. Хиллари в Вашингтоне, Майя в Кишиневе. Не дай бог. Уже от одной, скажем, болячки я избавился. Слава Богу, что Трамп там выиграл. Да? А то Хиллари истеричка, она не на ту кнопку могла нажать, на атомную, например. Слава Богу, у нас атомных бомб нету. Так что я считаю, что в этой социальной роли мужчина справится гораздо лучше. И генералы, полковники, майоры и солдаты будут понимать лучше мужчину, чем женщину.
И воспринимать его всерьез. У вас есть страшные сны? Я хорошо сплю и спокойно. Вот остается позавидовать. А вы, Юрий Иванович, о судьбах страны все думаете? Вы знаете, я считаю, что, ну, по логике Юрия Ивановича, я помню, когда-то его была марка, уж извини, так вспомнил, в какой-то предыдущей компании, то ли 5-го, то ли 9-го года у вас половина... Ошибки молодости. Правда? Я же сознаю. Половина списка были женщины. Но мой эксперимент не оправдался. Ну, хорошо. Теперь, по такой логике, если президент главнокомандующий, то продолжит логику, значит... Его жена главнокомандующая. И только мужчина, значит, в Конституцию... Хорошо спросить, кто тогда дети. Ну, ладно, чтобы не уходить в анекдоте. Да, вы меня уводите все время. Нет, я думаю, что в данном случае... Ну, я тоже общаюсь. Для офицеров мужчина, ну, так уж сказать честно, черт говоря, им был более понятный. Они не привыкли, чтобы быть подкаблучниками на работе. Да? Вот как мы сейчас с Юрием Ивановичем. Вы нас ставите на место постоянно, Людмила. Я стараюсь. Правда? Да. Мне звание пока не присвоили, но я стараюсь. Если можно, теперь переходим к внешней политике. Конечно. Вот от президента здесь большие ожидания у 18%. А какие вот у вас ожидания от кандидатов, кто, по-вашему, из них достоин представлять интересы Республики Молдова и кто будет за это дело биться? Все очень просто. Только я хочу уточнить для телезрителей. Мы говорим как объективные аналитики, эксперты, журналисты, политграждане. Мы здесь не я не защищаю Игоря Дадона, Юрий Иванович не защищает Майю Александровну. Наоборот, я пытаюсь признавать сильные старые стороны обоих кандидатов, и я очень доволен вы тому. Вы оправдываетесь, тому... Нет, просто вы знаете, сейчас люди... Ну, сделать это, если один сильный, другая слабая. Ну, что можно сделать? Просто люди привыкли к формату дебатов, что идет ссора. А у нас взаимодополнение с Юрием Ивановичем, и поэтому, да. По внешней политике. Да, было бы разумно. Если у вас нет ответа, я предоставлю слово Юрию Ивановичу. Почему? Эксперт по внешней политике, бывший замминистра. Посол в Вене, как это не было? Я сделал просто уточнение. Я, ну, в принципе... Хорошо, вот интересы страны есть. У нас есть поляризация общества, которая, одна часть которого считает, что наши интересы на Западе. Вот Россия враг, агрессор и так далее. Есть часть населения, которая считает наоборот. Нам нужно дружить с Россией. Все, что с Запада, это плохо. Вспоминают тех же самых геев, лесбиянок и все остальное. Это все, вся зараза идет с Запада. Кто в этой ситуации, Игорь Дадон или Майя Санду, способен стать лидером нации, чтобы продвигать интересы Республики Молдова на благо нас? Вы знаете, и у Игоря Дадона, и у Майи Санду есть минусы в их внешнеполитической повестке. По Майи Санду. Я соглашусь с тем, что на дебатах на ТВ-7, которые представили здесь на соплюдного угла, но вопрос о нейтралитете... И где НАТО. Представили? Я прошу прощения. Ну, в нарезках, которые посмотрели ваши телезрители, они были немножко однобоко в пользу Игоря Дадона. Дебаты, я не хочу говорить, кто выиграл. Ну, Людмила. Андрей, вас сейчас говорит телеведущий. Ну, вы же сейчас представили себя как в данной ситуации. Да нет. Ну, я же сейчас буду за родной канал сражаться, и я не думаю, давайте что это будет хорошая политику, да, идея. Поэтому нет, давайте о внешней политике. Канал, на котором я работаю, лучше всех. Я же не называю канал, на котором я работаю. А вы оба работаете на каналах Игоря Дадона. На разных каналах. Которые пришли А вы работаете на канале Кирилла Лучинского вместе с Наташей Мураль, которые работают на группировке влияния Запада. Вот вам это ответ. Вращение. Вот так вот, Андрей, видите, подождите, вы сами напросили. Беспристрастно, в отличие от вас. Юрий, а вы знаете, я беспристрастный еще и потому, что я не получаю денег с канала ТВ-7. Андрей, в отличие от вас. Открою вам тайну. Хорошо. Мы сейчас говорим не о вас, а о внешней политике. Так вот я говорю. Давайте о внешней политике. Так вот я говорил, что в дебатах, где затронули внешнеполитические вопросы, со стороны Майи Санду не прозвучало ясного отношения к нейтралитету. Мне очень близка эта позиция. Я считаю, нейтралитет – это краеугольный камень внешней и внутренней политики Республики Молдова. И здесь позиция, декларированная Игорем Дадоном, мне ближе. Также, даже в личном качестве, я лично, Андрей Попов, не голосовал, не буду и не планирую голосовать в референдуме, в случае, если такое произойдет, за присоединение к Румынии. И здесь мне... позиция государственного Игоря Дадона ближе. В том, что касается способности президента, во-первых, заручиться внутренней поддержкой, стать президентом всех людей. И в том, что касается способности будущего президента наладить хорошие отношения с соседями, с Румынией и с Украиной. У нас только два соседа. Здесь фора у Майи Санду, потому что к Игорю Дадону уже восприятие в румынском обществе, а здесь специалист господин Рожко очень хороший, он знает, как формируются стереотипы. Вот то... Владимир Батаринович, когда провал карту, он же не провал карту Румынии. Он провал историческую карту Большой Румынии. Но в ментальном сознании румынских политиков и общества это
неприемлемо для них. С Украиной тоже, ну, была оплошность, я считаю. Игорь Дадон сказал, что Крым – это часть России. Потом он объяснил, что он имел в виду, что это де-факто, так и сказал Трамп. Но вот эти две вещи для него минус в отношениях с Румынией и с Украиной. В отношениях с Россией у Игоря Дадона, ну, бесспорно, все карты пойти. Но ведь такая страна, как Молдова, не может однобоко на одном векторе вести. Нам нужно многовекторную политику. И в отношениях с Россией у Майи Санду, ну, не развита ее программа. Мне кажется, она излишне сконцентрирована на некоторых таких конфликтных вопросах. В том, что касается Европейского Союза и США, ну, у Майи Санду прекрасный английский язык. Это важное подспорье. Я сопровождал президентов, которые не говорят на иностранных языках вообще. И в современном мире это нонсенс, это очень большой минус, когда президент такой страны, как Республика Молдова, не говорит ни на английском, как Майя Санду, ни на французском, как Игорь Дадон. То есть многие говорят в Европе на обоих языках. То есть здесь никому я не дам, знаете, такого, только он или только она. И у Игоря Дадона, и у Майи Санду есть и плюсы, и минусы в том, что касается способности продвигать. Но вы как гражданин Попов, кому бы доверили интересы страны продвигать? Игорю Дадону, либо Майя Санду? Послушайте. Нет, ну если можно, одно предложение, потому что уже нужно отвечать господину Рожке. Не пытайтесь меня загнать в угол. Я сейчас хочу сказать, нужно разузнать в комплексе. И нужно не только... Я поняла. Да. Я не знаю, что вы поняли. Я не только вопрос, кто наладит отношения с Румынией или кто наладит отношения с Россией. Да? Не только этот фактор. Поняла, спасибо. Спасибо. Юрий Иванович. Я хотел сначала добавить на то, что сказал Андрей, что мы же прекрасно понимаем, что суверенитет Румынии и Украины, ну, резко ограничен. Это два вассала США, всем понятно. К сожалению, наша страна находится в состоянии вассалитета. Так что от Украины и Румынии менее что зависит. Зависит от того, как будущий президент выстроит свои отношения, в первую очередь, с Соединенными Штатами. Это первое дело. Что касается реакции или отношения Киева и Бухареста к Молдове, это раз. Я соглашусь с господином Поповым, когда он говорит, что нейтралитет – это фундаментально. Я так же, как Андрей, ни разу об этом писал, говорил публично. И не потому, что это я говорил, потому что это действительно отражает наши фундаментальные национальные интересы. Любой крен на Запад или на Восток, забывая, что мы общество с самыми разными убеждениями, с разными симпатиями геополитическими, может разорвать общество и даже территориально. То есть принцип равноудаленности в случае любого крупного конфликта между крупными геополитическими игроками очень важен для Республики Молдова. Я очень сожалею, что сейчас этот принцип конституционный не является частью, скажем, правящего альянса. Я не заметил, что это было, скажем, частью дискурса или платформы Майи Санду. Что касается связи между внешней политикой и экономическими интересами страны, коммерческими отношениями страны, конечно же, то, что у Игоря больше возможностей открыть рынок Российской Федерации, это абсолютно фундаментальная вещь для нашей страны. Да, в Евросоюзе около 580, по-моему, миллионов потенциальных потребителей, но там рынок перенасыщен, и поэтому, чтобы сделать скачок экономический, нам нужно рвануть на восток с точки зрения экономической, а не с точки зрения подчинения страны центром влияния с Востока или Москвы, скажем, руководству Российской Федерации. Вот. У нас есть зоны особого внимания: Приднестровье и Гагаузия. Это важно. Кто из кандидатов, на ваш взгляд, готов уделять этим территориям много времени, чтобы ситуация там не обострялась? И главное, у кого это получится? Юрий Иванович, я очень коротко. С Гагаузией, я думаю, вообще проблем нет. Потому что я знаю лично Ирину Влах и многих лидеров политических и общественных деятелей гагаузской автономии. У кого нет проблем? Вообще у Кишинева с Гагаузией нет проблем. Вы понимаете? Нет проблем у Кишинева с Гагаузией. Если там что-то там Михай Гимпу что-то там ляпнет, то другое, это совсем даже не имеет значения. Это зрелая часть нашего общества. Я думаю, что любой, сколько-нибудь грамотный руководитель, знает, как наладить отношения с этим регионом, столицей этого региона, с Камратом. Ну, конечно, у Игоря там понятно, что и сильное подспорье, и нынешний Башкан, Ирина Влах, шла от этой партии социалистов, хотя у нее там давно уже был хороший имидж и вес в этом регионе. Угу. Что касается Приднестровья, вы знаете, надо согласиться на том, что, к сожалению, никто из двух президентов не сможет решить скоропостижно это дело. Нужно понимать. Я даже вчера в одном
выступлении перед прессой сказал, предостерег будущего президента, я не знаю, кто будет, не пытаться повторять ошибки бывших президентов, даже того же господина Снегура, не обещать крупным геополитическим игрокам что-то такое с полкороба, потом не отказываться от собственных обещаний, потому что мы должны быть предсказуемыми. Конечно, имея в виду, что, как говорят многие, что ключ от Приднестровского урегулирования лежит в Кремле, да, у господина Путина в кармане, скажем, да, то позитивный диалог с Российской Федерацией, позитивный диалог с приднестровскими лидерами необходим. Но я соглашусь здесь с бывшим главой внешнеполитического ведомства непризнанной Приднестровской Республики Лицкаем. Он недавно выступал в Кишиневе на одном форуме и сказал: господа, не нужно преувеличивать и не нужно стараться решать приднестровский вопрос сиюминутно. Слава богу, все ведущие предприятия этого региона зарегистрированы в Республике Молдова, торгуют с Европой, торгуют со всем миром, нет войны, граждане едут, значит, какие-то практические дела можно решать. И не думать, что вот президент придет, предложит чего-нибудь такое чудесное, и сразу же это решит вопрос. Да. Спасибо. Есть коротко, потому что еще по одному вопросу. Ну, я скажу так, я согласен практически со всем, что вот в этом пассаже сказал мой коллега господин Рожко. По Приднестровью и Гагаузии две вещи. Долгосрочное, надежное урегулирование Приднестровского конфликта и гармоничные отношения Кишинева и Камрата зависит в первую очередь от двух вещей. Первое. Построение в Республике Молдова такого общества, где гагаузы и приднестровцы видели бы свое место. Это общество, это фундаментальный ключ, в первую очередь, в Кишиневе. Нужно заниматься тем, что от тебя зависит. Вот я всегда делаю то, что от меня зависит, а потом другое приложится. Нужно менять контекст и парадигму. Нам нужно понять, что первое, Приднестровье – это не территория, которую нужно вернуть любой ценой, реинтегрировать. Это сообщество почти полумиллиона людей, к ним нужен подход. И у этих людей особенно ментальность в силу разных исторических факторов и факторов последних 26 лет. И вот надо такую республику Молдову построить, основывающую на гражданской молдавской нации, не на доминанте одного этноса и восхвалении истории одного, пусть и красивого, большого этноса, а на построении современного молдавское общество, где все бы я себя поняла. С гордостью говорили молдаване. Соглашусь, да, это все, да. Вот, это вот все здесь... понятно, но вот только если можно, у кого из кандидатов вы видите понимание, то, о чем вы говорите? Очень коротко, у меня еще один вопрос, осталось 2 минуты. Об этом больше говорит Игорь Дун, но здесь есть, я не сказал второй фактор. Важно, что решение нельзя продавить. Господин Рожко, один из главных факторов, который не позволил подписанию меморандума Козака в ноябре 2003. Не будь его выступлений, возможно, президент бы дрогнул и сделал бы ошибку. И визита посла США Ходжес, правильно, в понедельник. А благодаря мне в 2005 году был принят специальный закон. Да, единогласно. Да. Ну, смотрите, который полный диаметрально противоречит плану федерализации Игоря Дудина, согласитесь. Но я считаю, что надо культивировать в стране. Это вторая очень важная вещь, я здесь закончу. Очень важно создать в обществе предпосылки и запрос, и понимание того, что решение конфликта предполагает, один, инвестицию, и два, диалог. Нельзя навязать статус. И нельзя статус навязать ни Тирасполю, ни приднестровцам, но и своему обществу. Так вот здесь этот большой раскол, я надеюсь, в последний вопрос. Было бы здорово, если бы, а кто бы смог бы общество объединить. Так вот, очень важно, чтобы объединенное общество продвигало приоритетные задачи. Я боюсь, что я вас разочарую, потому что, в этой программе вопросы последние, в принципе, задаю я. Но у вас есть своя передача, не расстраивайтесь. Поэтому я скажу вам так. Да. Будем спорить, думаю, об этом вечно, да. О команде. Говорят, президент не воин, если у него нет настоящей команды. Если можно, по 30 секунд вам даю сейчас времени. У кого из кандидатов команда является более профессиональной? Господин Попов, 30 секунд. Ну, господина Дадона, я могу назвать сходу человек 15, не только депутатов, но и кто рядом с ним, людей, которые имеют большой профессиональный и жизненный опыт. Вокруг Майи я могу назвать Майю Санду. Пятерку человек, которые более-менее и не имеют такого опыта, многие из них. Но здесь вопрос такой. Игорь Дадон в политике реально на первых ролях с 2011 года, когда он создал свою партию, уйдя от коммунистов, но это была еще компания. А у Майи Санду лишь проект только свежий. Я вас уверяю, если бы у Майи Санду был бы такой же резерв, возможно, вокруг нее было больше людей. Но на данном этапе сейчас людей в близком кругу больше грамотных и подготовленных у Игоря Дадона, которых мы знаем. Но с другой стороны,
Если Майя Санду придет на власть, я убежден, что из общества, из гражданства, я не говорю о себе. Все тянутся к власти. Я согласен, кроме меня в данном случае. Иван Попов, я вас благодарю. Спасибо. Вы первый раз четко ответили на мой вопрос. Спасибо. Людмила, вот это нечестно. Нет, я сейчас предоставлю господину Рожке слово, вы мне скажете. Пожалуйста. Да, я хочу добавить только, что соглашусь с Андреем и добавлю, что команда Майи Санду полностью составлена из стипендиатов фонда Сороса во главе с Уазу Нантой, который зарабатывает эти дармовые деньги именно в Институте публичных политик. Этих малых я не знаю, там всех этих вот пацанов, которые там кормились последние лет 10. Возьмите список штаба, список руководства партии, и вы не найдете ни одного человека, который не проходил через этот проект или не работал именно в этой конторе, даже в руководстве фонда Сороса Республики Молдова. Потому что это опасные ребята, это, я могу сказать, наемники центра влияния извне. А у Игоря профессионалы, патриоты, опытные экономисты, политологи, законодатели и так далее. А вот это правильный ответ, правда? Людмила, я вам сделал замечание коллегиально. Но если мнение гостя не совпадает с вашим, это не значит, что он честный и точно ответил. Хорошо? Господин Попов, я отвечу вам, потому что вы затеяли эту дискуссию, я вправе вам ответить. Я никогда в жизни не пытаюсь человека переубедить по поводу своего мнения, изменить его мнение, но я всегда пытаюсь, чтобы наша дискуссия была предметна. И я всегда хотела бы, чтобы люди отвечали на ваши вопросы. Я полагаю, вам было бы очень плохо, если бы на ваших дебатах вы своих гостей спрашивали о том, расскажите, пожалуйста, о своей юности, о своей профессии, о том, как вы учились, а они вам рассказывали о евроинтеграции. Вы этого не допустили. Можно, спасибо. Людмила, у меня нет дебатов, я один раз по просьбе Игоря Дадонова. Я вас поздравляю с второе. Дебютом, да. Посмотрите, и зрители, наверное, увидят. Я говорил честно и об одном, и о другом. Мы оценили. Есть и плюсы, и минусы. Нам нужно научиться говорить не только в черно-белых цветах. Общество, правда, расколото. И задача, главная задача президента, как эти все раны зажить и как общество, ну, вывести из траншей. Вот здесь я с вами согласна. Большое спасибо. Правда. Искренне. И от руку души. Пожмем. Благодарю. Я же не Майя Санду. Я, конечно, жму вам руки. Это мои. Поэтому. И хочу сказать, что для меня эта беседа была удовольствием. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрели программу «Дело принципа». Мы выходили в эфир эту неделю каждый день, потому что мы хотели знакомить вас с как можно большим количеством мнений по поводу того, кто из этих людей готов стать президентом. Я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Всего вам самого доброго и доброго вечера.